Администрация продолжает серию встреч по интересам. Сегодня встреча любителей творчества Леонардо да Винчи. Как творил великий художник и изобретатель Возрождения, какой смысл заложен в его картинах, узнали химчане. Личность художника, она всегда больше его произведений. И действительно, личность Леонардо да Винчи – это феномен, целый космос, целая вселенная, загадка, тайна. Этот гений пришел к нам много веков назад и открыл нам свои знания. Практику таких встреч продолжат. Найти единомышленников и узнать новые – эти возможности привлекают все больше людей. У пенсионеров появилось время, и вот его занять, особенно по вечерам, это очень интересное мероприятие. И сегодня вот один из преподавателей этой школы нам показал очень интересную тему. Такие встречи нужны, как нам уже сказали, они направлены прежде всего на сплочение, конечно же, наших жителей. А второе, это все-таки как-то разнообразить досуг, наш досуг. Поскольку, не может же быть только работа и дом, а ввиду нашей занятости общей. Какие еще мастер-классы проводят в Химках, информация на сайте администрации городского округа.